Хорошо, теперь покажи, чему ты научилась. Спокойно, попробуй еще раз. Спокойно, попробуй еще раз. Чистая работа. Я смотрю, ты совсем освоилась. Давай на платформу. Удачи, Ви. Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. Я готова. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты же все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. А, ненавижу играть в спасать. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Не высовывайся. Что, опоздали? Вик... У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские поделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это... Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Не дергайся, а то нас увидят. Сам бы лучше не сделал.
Внимание! Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и бучи. Да чему нахер? Ой, я ведь... Эх, куда пута! Видали? Жрет мой свинец! Тут еще кто-то есть. Найдите их и разберитесь. Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? Точно, не хотим. Бей по мне! Не высовывайся. Мы что, опоздали? Ви, глянь. У Сандры Дорсет корпоративный, а у этой затотеховские поделки с черного рынка. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Торопись, Ви. Враги смотрят. Красава. Сам бы лучше не сделал. Внимание! Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и пучи. Ой, Ви, к нам идут. Выжди момент и убери их. Который ближе. Возьмем их. Суэрте. С этими разобрались. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой, Ви. Получить пулю в спину. Точно, не хотим. Сынца, потом уже стреляй! Сейчас, погодите! Я пустой! Не жалей никого, слышишь? Разнесем этих уродов! Чингада Мадре! В его комнате есть выход на балкон. Окно слева от вас. Через секунду открою. Ви, просто отвлеки его. Дальше я справлюсь. Дверь в комнату как тоже открыта. Как он такое? Будьте внимательны. Трещите и обрящите, Капрана! Блять!
На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Господи боже. Это она, наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Выглядит она дерьмово. Сандра Дорсет. NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика, выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Идет посадка. Запущен протокол системы безопасности. Следуйте указаниям. Пациентку на землю! Пять шагов назад. Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку NS570442. Ввели стимуляторы. Дофамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Чика, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно. Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно уже никакая. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду.
Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу.